Виталий Налимов всегда мечтал заниматься футболом. Смотря на таких профессионалов, как Дзюба и Роналдо, девочка решила, что хочет стать футболисткой и добиться в этом деле больших успехов. Сейчас Виталина уже стала маленькой звездочкой, которая на матчах забивает больше голов, чем мальчишки. Хорошо выполняю упражнения. Как бы когда-то пытаюсь отдать пас в момент, когда, риски какие-то. Владислав Цыбиков пришел в клуб «Лиса» 6 лет назад. Спортсмен признается, что тогда он еще совсем не умел играть в футбол и всему научился с нуля. Благодаря упорным тренировкам Владислав шаг за шагом шел к спортивным победам. На последнем турнире в городе Саранске юношу отметили как лучшего нападающего и вручили памятный приз. Мы еще учимся, поэтому мы не можем всегда занимать первые места. Когда-то надо учиться проигрывать. Матча. Для ребят организуют разнообразные тренировки. Чаще всего в подготовке юные футболисты используют беговые упражнения, чтобы улучшить скорость и выносливость. Также перед соревнованиями важно отработать передачи мяча и точность удара по воротам. Если брать всю тренировку, это и общефизическая подготовка, то есть ОФП упражнения, упражнения с мячами, простейшие, скажем так, потому что разный уровень подготовки ребят. Сейчас «Лиса» готовится к турниру среди дворовых команд, который состоится 31 июля в Нижнем Новгороде. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».